Светлана Медведева сегодня открыла в подмосковном Дмитрове дом детского творчества под названием «Радуга». В нем смогут одновременно заниматься до 2000 воспитанников. В центре работает 58 групп по самым различным направлениям, как для учеников начальной школы, так и для старшеклассников. Супруга главы государства ознакомилась с работой кружков и секций от изобразительного искусства до авиамоделирования и спорта и пожелала ученикам успехов в развитии их талантов. Сегодня в нашей стране детству, материнству, семье отводится особая роль. И вы сегодня, дети, для нас являетесь самым важным, самым главным. И сегодня вместе с вами я радуюсь тому, что вы участвуете в этой жизни и развиваете в себе все таланты. Каждый из вас талантлив.